Металл тоже устает, тоже стареет. Вот так выглядит труба, которую сегодня будут менять на улице Северо-Западной. Работы здесь был непочатый край, но сегодня почти все позади. Осталось лишь заменить несколько метров трубы. И горячую воду можно возвращать абонентам, у которых она пропала еще в начале опрессовки по контуру ТЭЦ-3. Как видите, вы из-за большого объема работ, не все потребители у нас будут запущены 3 числа. Под отключение у нас попадет микрорайон в районе кинотеатра «Чайка». Это порядка 19 жилых домов. Но работы мы будем продолжать. И надеюсь, что 6 числа, а я уверен, что 6 числа мы этот квартал также запустим. Чтобы скорее вернуть горячую воду, коммунальщики здесь работают в две смены. Перебои с горячей водой у жителей районов города в ближайшее время могут возникнуть из-за ремонта внутриквартальных тепловых сетей. Их чинят на средства городского бюджета. Один из самых больших котлованов разрыт во дворе 256-го дома на улице Антона Петрова. Рабочие приступили к монтажу труб. Местные жители отмечают, что коммунальщики не просто меняют какую-то одну старую трубу на новую, а все четыре – две подачи и две обратки. Знающие люди понимают, что это наилучшим образом скажется на циркуляции и коммунальные услуги. У нас теперь будет горячая вода. А то по 2 часа мы сливаем ее, эту горячую воду, чтобы помыться. Или даже посуду помыть. И всегда было плохо. А сейчас все смотрят и довольны. Председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев говорит, что всего в этом году отремонтируют 45 участков внутриквартальных тепловых сетей, а также 8 теплопунктов. Везде, где пройдет ремонт, будет восстановлена или появится циркуляция энергоносителя. На эти цели бюджет города выделил около 100 миллионов рублей. Это вдвое больше прошлогоднего финансирования. Подрядчиком заключен контракт. Вообще мы будем работать до 15 сентября. Но умею заверить жителей, что именно переключение или перебой в горячем водоснабжении по нашей ремонтной компании могут длиться не более 1 дня. Вот для того, чтобы переложенная сеть была подключена к дому горячего водоснабжения, нужно всего лишь 1 день. Подготовительные же работы никаким образом влиять на горячее водоснабжение не будут. Узнать о сроках отключения воды по причине ремонта внутриквартальных сетей можно в районных диспетчерских или в профильном комитете по телефону 370-402 и 370-403. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город».